Ну а что, добрый вечер, дорогие друзья? 11 часов вечера Как вот я это называю а, Мое ночное, да? Такой был замечательный роман Золотой теленок. И там была фраза Дед Пахомый Трактор в ночном была такая картина там художника Феофана Мухина. Ну вот, эта фраза мне пришла в голову вчера, когда я решил отрубиться немножко раньше, чем обычно. Юля, привет! И, в смысле, отрубиться ко сну и, и, и просто сказал себе, что еще до да вокруг атмосфера какая-то с непонятными новостями. Я подписан на кучу каналов. Мне присылают либо явно какую-то... Ну, хорошо как бы люди хотят, чтобы я чувствовал себя, и они себя хорошо чувствуют. Они мне присылают какие-то вещи с годовалой давности, трехмесячной давности, двухнедельной давности. Аня, Татьяна, привет. И они говорят, не знаю, что выдают это за новости. Я им как бы что-то рассказываю, но это валится со всех сторон и непонятно, что отсортировать, плюс все эти глушилки повключали нам в добрых традициях советской власти. Вы чувствуете же, да, вот руку, да, рука такая. Причем они же учились этому все эти годы, да, это была идея, они знали, они читали об этом всем в Нью-Йорк Таймс, как глушат в Советском Союзе, как там не дают слушать, голос Америки нам не давали, дедушке моему там в немецкую волну, Люда, Оля, привет. Да, и они вот это все поврубали сейчас и вырубили этот Твиттер для президента США, вырубили ему Фейсбук, вроде вырубили частично, теперь не поймешь, он выглядит как-то не по-настоящему, свежих данных там нет назвали его там кандидатом политическим, ну в общем делают что хотят, вытворяют что хотят, ты понимаешь, что э, возможности твои ограничены, но э, все равно вот теория как бы и практика малых дел, которые мы с вами здесь практикуем, э, небо на землю мы не роняем, но э, свое слово мы говорим и это грандиозный просто я считаю момент э, истории, которым мы сегодня живем. И то, что мы это делаем в полном сознании и с дружественными отношениями друг к другу, иногда с бокалом вина, иногда с чего покрепче, это очень важно, потому что первая и последняя цель – оставаться в добром расположении духа и сильно не напортачить за то короткое время, которое мы находимся на этой планете. Правда же? Ашот пришел. А, Лос-Анджелес, где? Ашотик, где? Как дела? Ирена, Привет! Инна, привет. А, о, ну, ребята, хорошо. Голда, привет. Ну, смотрите, что хотел вам сказать. Да, и вот <laughs> лег я спать, думаю, уснул. Вроде показалось мне, что уснул, но в 11 часов. Бум! Я посмотрел все, я проснулся. У меня стали в голове выскакивать какие-то анекдоты, какие-то шуточки какие-то там, в общем, бессонница пришла на гораздо дольше времени, то есть чем, как обычно, когда я обычно заканчиваю 12 часов, у меня еще какое-то время работает внутри маховик, и я его постепенно должен как бы wind down, я должен его потихонечку опустить, то есть я немножко почитаю что-то, немножко там что-то поброжу по квартире, потом я уже укладываюсь. Ну да, вот ровно то же самое время я провел в бессоннице и в э, чтении э, телефона, и всяких веб-сайтов, и новых этих всех источников, которые пока еще не... Э, но они интересны, я не хочу никого обескураживать. Конечно, надо валить с этих безобразных Ютубов, э, Фейсбуков и так далее, но... В перспективе лучше их сделать как бы эм, эм, служащими нам, честно вам скажу, потому что там угрохано гигантское количество денег, технология построена совершенно потрясающая, и она просто должна стать на рельсы службы тем, кто, собственно, ее поддерживает, такие люди, как мы с вами, через рекламу, через иногда мы оплачиваем какие-то там, у них есть планы, какие-то у них есть истории, и... И мы, да, и мы, в общем, должны как бы эту территорию не отдавать, я считаю. Елена, привет. Да, куда валить? Да, вот куда валить, спрашивает Татьяна. Ну, я имел в виду валить в виртуальном смысле пока, да, потому что я, я пока здесь, вы пока там. Марат, привет. Окей, класс, здорово. Лариса, здорово. А не не нет меня никто не прижимал никаких вакейшн меня не, не, пока не было у меня были просто эм, ну я это объяснил уже честно говоря это мелкие какие-то причины в общем конечно надо было выходить надо было стоять там до последнего но было создалось ощущение что я буду просто молотить языком ну больше чем обычно по поводам которых меньше чем обычно но вознаграждением за мою бессонницу в э, последней ночи было то, что э, я увидел фотографии, какие ряды вообще, какие зиккураты, какие там заграждения построены, какой там Багдад устроили в этом вот э, Вашингтоне DC. И я в какой-то момент задумался и подумал такую мысль в результате задумывания что совершенно диспропорциональный ответ. То есть если они хотели отгородить какой-то угол безопасный для Байдена, чтобы он там встал и произнес несколько слов, они а не настаивают, чтобы присяга была проведена на свежем воздухе, типа, чтобы он не был типа, обделен, чтобы у него была такая же свадьба, как у всех предыдущих сестер, и чтобы ни копейка меньше она не стоила. Но поскольку есть проблемы, проблемы, то э, нагнали такое количество людей и ощущение, что это все может сработать в ту или в другую сторону совершенно спокойно. Потому что, опять же, э, они очень хорошо знают, что наши люди не их люди. Их люди ⁇ это те, кто бьет, э, бунтует, э, бьет магазины, грабит магазины. Э, э, Подстр... Факты подстрекательства, которые сегодня и вчера были обнародованы, и мы их знаем, они весь год продолжались, когда бунтовал БЛМ. И когда Нэнси Пелоси, и же с ней, и люди ниже ее рангом, и Чаки Шумер, и, и люди, которые с белой кожей выдают себя за черных, они говорили, что «Вообще мы удивляемся, как это вот такой позорный у нас президент, да уже страна должна была бы сбунтоваться вместо того, чтобы ходить в этих кепочках красных, уже надо было insurrection сделать, уже надо было такое восстание, что я не знаю, прямо свергнуть тирана и так далее». Вот вы понимаете, интересная вещь и тактика э, левых. Они в первую очередь обвиняют, вот это как бы то, что в картах называется тел, да? То есть ты смотришь и ты видишь признаки, по которым можно определить карты на руках. Твоего соперника, Викторина, привет. Елена закрывать аккаунт на Facebook. Ну, ваше решение, елена ваше решение. Я не знаю, пока я для меня это вот главная площадка. Я я пока не буду закрывать, я подожду, что произойдет. Как бы редакционная политика не имеет намерения меняться на сегодняшний день, так я вам скажу. А, надо научиться не забывать о чем я только что говорил, прежде чем я вот отвлекаюсь таким образом. А, да, они нас обвиняют в том, что мы, э, то что, то в чем они нас обвиняют, это как раз то, что они собираются сделать. Вот как только вам стали говорить, вы расист, значит сейчас вам, в вашем направлении будет применен расизм. Вот и все. Очень характерная история, например, с, э, с таким словом, которое на русском языке, честно говоря, во всем объеме я профессионально перевести затрудняюсь. Э, называется буллинг такое слово. Это когда на площадке, там, в школе во время перемены, или в классе, или в колледже, или в детском саду, или в роддоме, кто-то приступается к вам и начинает вас доставать, и начинает вас принуждать. У тебя есть деньги? Покажи. Отдай мне эти деньги, дай мне половину своего сэндвича и так далее. Вот этот самый буллинг, это то, против чего изо всех сил, изо всех стволов боролись боролись э, Мишель Обама, например, и, и, восстановление, Department of Education, все вот эти вот дела наши, э, Министерство образования, говорили, вот мы боремся с буллинг онлайн, на интернете, чтобы кого-то приставали, вот девочка там повесилась, ее замучили, ей сказали там одно и другое, третье, нос большой, нос маленький, руки длинные, руки короткие. Трагедия, безусловно, в каждом конкретном случае. Посмотрите сегодня, что, какое текущее состояние вот этого самого буллинга, против которого были потрачены, в общем, определенные ресурсы. Я не назову пару миллиардов, которые потратили, наверное, на пропаганду антибуллинг, на то, чтобы все были добрыми и пушистыми. Но вот сейчас кончились выборы, произошли выборы. Да? Мы считаем, что они были фальсифицированы. Я не вижу очень многих людей, которые идут к, так сказать, нашим, в кавычках, победителям, и с ними начинают о чем-то там э, э, разбираться. Нам интересны свои факты, нам интересны мы сами. И я лично вот, ну это моя практика. Может быть, кто-то наоборот проводит время с теми, э, пытаясь найти общий язык с новыми как бы властителями э, нашей страны и, и понять, как жизнь построить дальше, чтобы не сильно быть травмированным. Я как бы даже не осуждаю этого мотива. Но я, во всяком случае, отгоняю людей, которые приходят, начинают мне рассказывать какую-то пургу нести тут, и что Байден честный, что Байден такой секой, что Байден друг Израиля, что Байден друг там всех на свете, и он, с ним будет процветание и всякое такое прочее. И этих людей, конечно, я гоняю поганой метлой, как только могу. Также на сегодняшний день вот и испытываю после того, как была определенная э, пропаганда э, разведена вот этими левыми по поводу тех, кто поехал в Вашингтон на митинг, я испытываю повышенное количество интереса со стороны российского. Российской масс-медии, который мне звонит и пишет мне, и говорит, что мы хотим, чтобы вы у нас выступили, чтобы вы нам рассказали, что там было. Мы знаем, что вы там были. Цитируют они все вот только вот эти вот стукаческие тексты, которые... с которыми я делился с вами. И... А, Марина, привет. А, Марина у нас почти что новенькая, вот она, но было на новеньких. Не, не не это самое не доставайте новеньких не обижайте да ну вот и, и, и короче говоря они они берут и вот оттуда они берут эту информацию вот у меня ощущение такое они ссылаются но именно на это это хорошие такие шоу российские которые смотрят люди достаточно популярные высокого рейтинга я нахожусь, как бы вот у меня был экспириенс, какой-то опыт с Владимиром Соловьевым, и после этого, конечно, масса друзей мне, э, либеральных друзей, кстати, многие из них были либеральны, они просто на меня выпустили всех своих этих самых э, гончих псов, так сказать, охотничьих, всех своих этих балонок которые мне говорили, что «Как ты мог пойти к Соловьеву?» Ну, я сказал, слушайте, я вот человек медийный. Я, мне сказали, иди, я пошел. Меня пригласили, я пошел. У меня есть мнение, я с ним прихожу. Это маленькое мнение на палочке. Я им размахиваю. И я, в общем, как-то... И потом меня или приглашают дальше, или не приглашают дальше. А вот Facebook, Instagram разброкировали акка аккаунт. Дональда Трампа, да. Я не часто бываю, Аркадий, привет, я не часто бываю на Фейсбуке и Инстаграме, но в смысле Инстаграме часто, на Инстаграме редко, на Фейсбуке постоянно. Ну, я об этом говорил уже, да, Инстаграм, мне интересно, что там произошло. Да, вот невозможно найти общий язык, говорит Елена с нашими левыми соотечественниками, и, в общем, даже и в России это не менее сложно все. Алекс, привет, добрый вечер. Что хотел я вам рассказать, да. Ну вот смотрите, э, очень хочется повторять вот нашим победителям, о которых я только что говорил, э, некоторые моменты, которые собирается осуществить Джо Байден. Но, конечно, я не знаю, по, может им понравится, мне бы это не понравилось. Если человек, которого я считаю новой страницей, новым руководителем, руководителем нового типа, да, как говорили э, при советской власти. Вот он пришел. И он начинает просовывать во власть, в свой кабинет, тех, кто был у власти 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет тому назад. То есть весь Обамовский кабинет, все Обамовские прислужники, все Обамовские кадры, которые провальные были тогда еще когда медиа была полностью в руках и еще больше обамистов а, а, еще больше мы о них узнали всякого неприятного и судя по всему фактического как типа про джона керри который пытался уклониться вот, уплаты налогов за то что он свою яхту парковал не парковал чалил там не в том штате а где он жил что как бы не это не нарушение было закона но это не приличествует человеку который находится в правительстве Определенный там есть момент. Um, uh, ну, это, это было нарушение. Даже он в Массачусетсе живет, а где-то он в Коннектикуте, я, по-моему, причалил или в Род-Айленде, Где нигде это стоит дешевле. Um, ну, вот, и, ну и масса других вещей там, типа его велосипедные привычки, он в этом костюмчике свой, Ну, минимум, конечно. Я шучу, я шучу. главное его дела это его облизывание Ира, Ирана. Это его главное торжище вот это совершенно беспомощное кончившееся выплаты совершенно бесконечного количества денег. Мы даже, я я боюсь, что мы даже не знаем, сколько в конце концов там было отдано денег Ирану. И Иран запустил ракеты сегодня в направлении американского авианосца. Где-то 20 миль она не долетела. Это была испытательная ракета, но точно в направлении американского немеца. Имейте в виду. Еще, еще Трамп не ушел. Кстати, они, может быть, не в курсе. Вот. Ну, так вот история. Значит, Байден вот этих людей он приводит. Каждый из этих людей приводит свою, приносит свою вот адженду, свою, свои идеи, свои планы и свои перспективы, которые он пытался внедрить во время Обамовского срока и по той или иной причине не смог внедрить полностью. Или внедрил и хочет еще повнедрять. Например, Виктория Нулан. да, любимый в России персонаж. Виктория Нулан была, э, как бы, э, чеком ведшим э, цветную революцию и революцию в, э, в, э, в Украине. Э, очень ее не любили, по-моему, в, в, в Украине ее тоже не очень жалуют сегодня. В России была к ней особенная ненависть и насмешки. И она, конечно, человек очень, э, не только как бы в, в этом аспекте, она как бы была в, в, во главе цветных революций, так сказать, которые происходили в период Обамы. И, как мы понимаем, совершенно разный у них был эффект и сейчас э, этот опыт цветных революций был применен, естественно, вот, э, в нашей стране. Я считаю, что в значительной степени то, что вот поднакопили, э, использовали против нас, сегодня, американских граждан. Я не хочу сказать, что все цветные революции были неправильными. Я хотел бы лучших результатов от того, что произошло в Украине, конечно. И я бы хотел лучших результатов от того, что произошло в Египте. И, и, и в ряде других мест. Но, э, в всяком случае, в Америке э, можно же применить только ту сторону, которая будет работать. И я думаю, что... Ну, в общем, мы об этом говорили и будем говорить еще. В общем, есть вот такая Виктория Нуланд. Потом есть человек, который, вот если ваши дети, например, скажут, что они очень любят всякое зеленое, органическое. Я тоже люблю зеленое, органическое, в смысле продуктов и так далее. Вот человек, который займет место министра сельского хозяйства, Том Белсик. Этот человек его называют мистер Монсанто. Опять же... Я небольшой противник удобрений. Я знаю, что их разрабатывают, и их исследуют, и они работают. И, в общем, чрезмерное удобрение — это плохо. Хорошее удобрение лучше, чем плохие удобрения. Монсанто — крупнейший производитель этих удобрений. В общем, те хотят кушать. И если у человека будет выбор, есть ли ему неорганическую кукурузу или э, умереть с голоду, он будет есть неорганическую кукурузу. В общем, Монсанто способствует тому, чтобы меньше людей голодало в мире. Ну, кое-что из этого мы получаем, конечно. Ну, мы с открытыми глазами, у нас есть большой выбор. В некоторых местах выбора этого нет. И, в принципе, это нацелено на вот эти страны. Плюс мы знаем, что, например, кукуруза, которая очень сильно страдает от того, что ее удобряют всем, чем, чем, от чего она растет пышнее, жирнее и так далее. Кукуруза, большая часть используется для этанола, для непищевого употребления. Ну, в общем, вот этот мистер Монсанто, ненавистная Монсанто, Монсанто — это ругательное слово среди молодежи, он, он входит в, в кабинет Байдена как министр сельского хозяйства. То есть все, 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 старое — это хорошо забытое старое, новое — это хорошо забытое старое. Вот то, что э, делается на фронтах как бы э, американского бизнеса. Плюс, конечно, назначение людей. Вот у нас вот это Летиша Джеймс, например, новый э, сравнительно новый прокурор э, города Нью-Йорка. Она начала дело против нью-йоркской полиции, которая применила чрезмерное э, количество всяких там вот этих своих перечных э, разбрызгивателей, дубинок, может быть. Я особенно не видел в Нью-Йорке, правда, драк. Но, естественно, отгоняли народ средствами, которые не смертельные, так называемые, но не летальные средства защиты. И против них, против полиции, собственно, свой собственный человек, часть полиции, прокуратура, в некотором смысле, защита закона, общие цели есть, возбудил дело против Нью-Йоркской полиции, которой и так не хватает проблем. Да? Сегодня опять там что-то бунтовали возле Баркли-центра, какие-то толпы там гавкающих черных людей и белых тоже, кстати, да, они пришли с Лагами, там Блэк Matter, вся эта вот Трахамуди, вся это продолжалось. И, конечно, Байден заклялся очень важная вещь. Вот, если кто-то из тех, кто голосовал за Байдена, он родители, у него маленькие дети. Одна из первых вещей, которые Байден и дети имеют талант к спорту, например, или каким-то вообще таким интересным занятиям предрасположенности, и в них это проявляется, и они бегают с большим аппетитом э, на эти занятия. Вот как такие родители-байденисты отнесутся к тому, что к, в их раздевалку, где их девочки переодеваются, зайдет дяденька или мальчик, и он э, скажет, что он сегодня чувствует себя девочкой, и он будет с ними вместе проводить там время, принимать душ, э, делать комментарии, э, приглашать к, к беседе там и совместному исследованию Каких-то зон. Понимаете, вот это то, что объявил Байден. Он сказал: что первое дело, что я сделаю, я вот эту дискриминацию беру, и никакого сексуального у нас ничего не будет. Все у нас будет асексуальное, да, то есть. То есть это он, не он сказал, это я сказал. То есть мы, у нас не будет разделения пополам. Вот у нас будет, пополам, вот у нас будут эти все раздевалки. Здесь будут мальчики, мальчики и девочки, а здесь будут девочки и мальчики. И могут меняться, когда захотят. Плюс к тому, если ваш ребенок занимается легкой атлетикой или каким-то другим видом спорта, совершенно не будет дискриминации по сексуальным, гендерным, как говорят в России, принципам признаком, то есть если мальчик чувствует себя сегодня девочкой, то он может идти и бежать 100 метровку вместе с девочками. Или он заявляет, что у него вот есть косички, и у... это есть пару случаев таких, к сожалению, это черные ребята тоже, вот я выгляжу как бы расистом, но других просто нет этих ребят. Есть велосипедист, по-моему, один, который мужчина, он говорит, что она женщина, и он побеждает все велосипедные гонки среди женщин. А там такие черные ребята очень атлетичные, которые отрастили себе длинные волосы. Они принимают, эм, они принимают э, э, таблетки э, или уколы, от которых у них вырастают сиськи. Ну, конечно, брайтонские наши мужчины многие их опережают без всяких таблеток, но в этом, в этом э, как бы департаменте но у них они вот говорят что вот у нас есть маленькие сиси но мы скоро уже закончим операцию и в других частях тела так что мы уже практически женщины только остались детали ну детали мы сантехнику мы как говорится поменяем и они состязаются они побеждают и ничего не может не может никто сделать практически пытаются какие-то делать как бы не зачеты этих побед в школьных состязаниях и состязаниях там я не знаю Университетских, но э, не удается, потому что есть вот этот э, Title IX, по-моему, он называется, который настаивает вплоть до судебного преследования на том, что мы все равноправные, равноправные. Давайте посмотрим. Да, вот каков поп, такой, такой и приход, говорит Ольга. А Ольга говорит, да, но вот видите, просто мы как бы по попу и мы смотрим, что он э, собирается делать, и с одной стороны, это очень такая малоэнергичная э, администрация получается, с другой стороны, это все старье, и с третьей стороны, она полностью вооружена э, теми, кто называется tech э, moguls, наши властители, э, Вот наших всех этих, то, что по проводам происходит, э, компьютеров, там телефон, беспроводные тоже они контролируют. И они вот, тоже о них я хотел сказать пару слов э, в промежутке между а, да то есть вот эти идеи все байден подписался абсолютно нет ни одного такого дрека который был бы придуман в современной э, э, пустопорожней философии под которым бы байден не подписался вот просто он подписывается под всем. Uh, что, что мы как бы не можем переварить. Скажут, что вот, э, не знаю, там балет вести правило, он под это подпишется. Он абсолютно... И он был такой всегда, что интересно. Он был такой в 30 лет, когда он начал свою карьеру, и такой он сейчас 78 лет. Абсолютно бесхребетный человек, который ждет только момента, когда он окажется где-то за кулисами и выяснит количество подписанных договоров и количество откатов больше никаких у него нет принципов. Все его наносное, вот могу сказать, его католицизм наносной. И врун он просто невероятный. Следующая глава будет посвящена его вранью в одном очень узкоспециальном аспекте. Да, хочу я вам сказать, вот эти тег, да, если задуматься на секундочку, наши тег-короли, вот эта аббревиатура, Google, там, Apple, Microsoft, Твиттер, в меньшей степени, он не такой как бы мощный, как Facebook. И, и Alphabet, там так называемый, ну, гугловский еще там они разделились. В общем, вся вот эта вот бригада американского хай-тека, сильнейшего как бы властелины мира, Masters of the Universe, как их называют, тоже. Делают ли эти люди вот то, что они делают, вот цензурные все эти усилия, все эти нарушения, как бы наши первые поправки, делают ли они это исходя из своей личной выгоды. Глядя на них и то, на то, как они функционировали до сегодняшнего практически дня, я сомневаюсь, что они могут как бы есть такой камень на Земле, из которого они не могут выжать воду. Честно вам скажу. Амазон может выжить в воду еще угодно. Они хотели сделать. Зачем им был нужен этот офис в Астории, который им не дали открыть? Можно можно возразить, сказать, вот им не дали этот офис. Вот пример того, что Amazon может не все. Амазон этот офис хотел иметь, отчасти я подозреваю, что Нью-Йорк его хотел бы притащить. Там масса людей, бизнес-людей, которые из Нью-Йорка, и они думали, что для оживления жизни в Нью-Йорке, чему как бы вот наше руководство очень не способствует, там Деблазия компания, хорошо было бы притащить такого классного этого самого теннента, такого жильца, съемщика, как Амазон, чтобы он притащил своих людей и сделать такое еще раз вливание в экономию. То есть план, по идее, был э, в хорошем смысле оппортунистически э, просто весьма дальновидный, весьма, я считаю. И Нью-Йорку не хватает. В Нью-Йорке масса есть... Э, возможности развития. Вот как бы город так построен, что грех не пользоваться им. Вот надо им пользоваться, надо из него вытаптывать вот это все небоскребы. У меня, когда -то я, только я переехал когда в Нью-Йорк, у меня было ощущение, что люди топчутся, топчутся под тротуаром. И они вытаптывают из города вот эти все, из, из земли они вытаптывают все эти небоскребы своими. Ну, я прошел свою долю, как бы, миль по тротуарам Нью-Йорка в разных настроениях, в разных настроениях. Не могу сказать, что преобладало хорошее настроение, но это было связано с какими-то проектами, какими-то идеями, которые, конечно, требовали. Майлоджи. Надо было выходить из выходить этой идеи. Была блестящая идея, привести Нью-Йорк сюда. Масса у нас есть всего. У нас просто, при том, что дорогущий реал-эстейт, но он очень дорогой по причине, потому что люди хотят здесь жить, здесь театр, здесь всякое такое. И вот эти взяли Акасио Кортес, и они показали свой мускул, кстати. Они показали свою вот это вот гавканье и свою назойливость. И не дали Амазону укорениться в Нью-Йорке. Амазон просто купил какое-то огромное здание в результате, но еще он не, не, он, он не сделал того, что хотел. Но, в принципе, масса городов стали звать Амазон для того, чтобы он открыл у них и давали самые льготные условия. Самые льготные условия. Но, в принципе, сегодня нет такой вещи, которую они бы не могли сделать. У них гигантское количество денег. Они играют этими деньгами, как они хотят. Амазон, самый яркий, конечно, пример. Я заказываю вчера вечером краску. Мне привозят краску сегодня на завтрак. А Amazon что сделал? Они купили кучу, это, они купили Whole Foods, они сделали везде склады, они вычислили, что люди хотят иметь непременно, сразу, быстро. Они увидели, что есть люди сейчас, объявления идут по радио. Открывайте бизнес, мы вам поможем. Мы Amazon, собирайте водителей, водители будут доставлять, вы будете диспетчером и так далее, и так далее. То есть они создают сразу вот такие uh, opportunities, такие возможности для работы, для найма. И, конечно, иммигранты с удовольствием этим занимаются, и те, кто не дорабатывает на Uber, этим занимаются. И, ну, конечно, они бросают тебе эту посылку на улице под дождем, но, но, иногда, но иногда они как бы делают свою работу, и ты получаешь, если ты правильно мыслишь, что они все это делают. То есть им социальное переустройство Америки практически, они живут немножко в другой Америке. И для них совершенно неинтересно было бы, ну, я как бы себя, мог бы себя поставить с сильным усилием воли на их место, я бы совершенно не парился тем, чтобы Америку менять. Надо совершенствовать бизнес, вот есть вот это все место. Конечно, надо думать, что будет потом. Но сегодняшние возможности, это сегодняшние возможности, и они практически для них безграничны. То есть для меня их вмешательство в политическую жизнь, это просто вопрос того, того же самого, почему Билл Клинтон начал свои шашни с Моникой Лавинской. Как он сказал, because Because кто-то сказал. Потому что он просто мог это сделать. Потому что он понял, что это будет безнаказанно. И он подумал, что это как раз-таки больше, чем просто быть самым могущественным человеком в мире. А он, как вот в анекдоте тот таит, который сказал, я бы был больше, чем царь, я бы еще жил на дому. Шил на дому. Ну вот он еще и как бы шил на дому, он еще и занимался на вершине мира, он еще занимался вот этими своими делами. Которые, конечно, ничто по сравнению с тем, что делал Обама, но в другом разрезе. И тем более, ничто по сравнению с тем, что собирается сделать Байден. Со своей командой, которая, конечно, ну, под флагом Байдена эта команда движется, там, кто там в ней есть, Обама. Я особенно не верю и в Обамы, и умственные способности, только в его хитрость, изворотливость и пронырливость. Я вот в это, я как бы ему в этом доверяю. Угу. Да, и вот, то есть, они это делают, просто они играют, они играют этим всем. Но играют очень увлеченно. Вот Джек Дорси недавно его кто-то продал из его собственной команды, его видео показал, где он рассказывает. И очень так не очень завалировано, но завалировано, что они собираются закрыть один аккаунт, но на самом деле это больше будет, чем один аккаунт на Твиттере. Он, естественно, говорит о, о президенте Трампе но он говорит, что это будет продолжаться дольше, чем инаугурация. То есть у них есть какой-то план, исходя из того, что говорит сам Джек Дорси, сам хозяин Твиттера, у них есть далеко достаточно идущий план, ну, месяцев на 6, может быть. Что сделает Трамп, никто не знает. Мы смотрим, да, действительно, многие люди поддерживают э, то, что я сказал, я вижу, и, и я... Э, и они поддерживают в том плане, что реакция совершенно непропорциональная байденистов. То есть, казалось бы, то, что они хотят сделать, если они верят в справедливую победу, они должны были бы просто провести свою инаугурацию. Окей, он не хочет ковида. Сделайте виртуально, мы и так не собирались приходить, и так не собирались приходить. Сделайте для своих, между собойчик, и начинайте свои дела, если вы так считаете. — но они совершенно, видимо, не знают, что собирается сделать Дональд Трамп. И никто не знает. И даже Майк Линдейл не знает, который вышел из Белого дома с какими-то бумагами. Майк Линдейл это человек, который прошел вообще через наркоманию, через. Ну, не бедный был изначально, там, не из бедной семьи, но он был наркоманом, он исправился, он провел какое-то время, как он говорит, эксперим... экспериментируя с подушками. Вот просто изобретатель подушек. И он сделал компанию, которая называется Pillow, И эта компания э, очень хорошо себя чувствует. Конечно, это не Apple, это не Amazon, но это такой большой американский бизнес в Миннесоте. Подушки сделаны в Америке. Я пытался на радио его зазвать, рекламироваться, но мы не очень большие на радио. Там смотрят сразу на цифры. Они эти люди. Они хотят очень больших. Но я думаю, что нашим людям было бы интересно эти подушки попробовать. Я не пробовал, не, влади... не, 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 не являюсь счастливым обладателем этой подушки, сплю неплохо в основном. Несмотря вот на то, что я рассказал, вчера было неважно, но сегодня было хорошо. Будет, будет хорошо, <с> я знаю. Да, и вот это, вот это то, что, Вот этот Майк Линдел, он вышел, у него бумага, у него там же бумага, чашка, какие-то распечатки там зачернуты фломастером, и там написано про чрезвычайную ситуацию, и там написано еще про что-то там, какое-то такое очень стимулирующее, будоражащее слова всякие. Никто ничего не знает. То есть есть какая-то, видимо, движуха, но она находится просто за пределами этого общественного э, дискурса. И вот Алена мне недавно говорит, вот я смотрела там Беннон, Стив Беннон, который был советником Трампа э, в начале, в его компании, потом первое время в Белом доме, потом как-то они его вы, вы, выкурили оттуда все-таки. Человек явно, вот то, что я называю superior intelligence, то есть вот я смотрю на нее, я вижу, что это человек в высшей степени... IQ, то есть у него есть вот этот вот э, коэффициент в достаточном количестве. Просто преобладающем количестве. Я рад, типа, что я где-то за ним успеваю, но где-то я нифига не успеваю. Конечно, за ним давайте быть честными. И английский язык не мой родной язык. И вот. все. Но я его очень люблю. Да. И он, он, он был такой радостный мне, Алена говорит: ты, ты видел Стива Бена? Он был такой радостный. Наверное, что-то там придумал. Ну, я говорю, окей, ну, наверное, он что-то придумал. Человек вообще есть более чем одна причина бывать радостным. Он выяснилось, что э, вроде как Трамп каким-то образом дал ему знать, что. Беннона пытаются засудить, как многих людей, кто работал с Трампом, но Беннона очень серьезно пытаются засудить, потому что его сильно ненавидят, он вот из-за этого, видимо, вышеупомянутого IQ, умственного коэффициента, умственных способностей, и, в общем, начали в Нью-Йорк, опять же, вот это та же самая гадючая девка, это Летиша я даже не хочу женщин обижать, но, в общем, поганая, эм, многоточие. А, а, они, они, она против него тоже начала дело, что-то он там не туда дал деньги, как они начинают, там, кто-то дал 16 тысяч вместо 15 тысяч разрешенных по закону, сажает в тюрьму, как вот Динеш Десуза сидел, очень его уважали там за то, что он дал больше денег, чем положено какому-то кандидату, республиканскому, естественно. Так вот, Трамп сказал, что он его может амнистировать. И я думаю, вот это объясняло его хорошее настроение, потому что даже он э, вряд ли знает, что происходит. И потом у него очень симпатичный покер-фейс. Такой он, трудно сказать. Он такой немножко сказочный персонаж, лохматый в полевой куртке. Куртки полевого командира, микрофон. Неизменно доброжелательный, неизменно компетентный, ко всем хорошо относится. В общем, у него есть чему учиться. Всем тем, кто считает, э, что их место за микрофоном. И как бы претендует на внимание общественности. Стив Беннон делает это замечательно. И у него совершенно интересная карьера, если вот позволено сказать, Стив Беннон. Ему, наверное, ну хорошо за 60 лет. И он служил в армии, во флоте. И он служил в Китае. И он служил, по-моему, в разведке даже. И как многие люди, кто отслужил, он закончил хороший какой-то Айвилик, типа Гарварда, но мозги ему там не промыли до такой степени, чтобы это невозможно было исправить в армии. И отслужив в Южно-Китайском море и на накушавшись вот китайского всего этого вот образа мысли, образа жизни, он понял угрозу, которую представляет собой Китай, но он вернулся обратно еще молодым человеком, отслужив в армии. И он пошел его взяли на работу в Goldman Sachs. Goldman Sachs очень любит нанимать людей после армии людей, которые им доказали, что у них умственные способности выше средних. И он поработал там, и он сколотил немалое состояние. Он очень удачно его инвестировал. Он отправился в Голливуд. И в Голливуде он э, купил э, права на, э, он купил компанию, которая называлась Castle Rock. И Castle Rock в то время имел совершенно забойное шоу на телевидении, который назывался «Сайнфелд». Я это шоу очень любил. Сейчас еще иногда могу посмотреть некоторые эпизоды. Но оно было просто вот машиной для дела не денег, если кто-то вовремя в это дело встрял. И, и Стив Беннон, Стивен К. Беннон как раз был таким человеком, который некоторое время владел и до сих пор, мне кажется, получает какие-то доходы от лицензирования. А шоу это крутится, оно закончилось... Оно закончилась. В 99 году оно закончилось. Оно было в эфире 9, наверное, лет. У меня была своя маленькая история с Сайнфилдом, с шоу Сайнфилд, потому что я пытался э, писать для телевидения в Америке на английском языке. И, в общем, ну, типа, никто, кроме меня, это не оценивает как успех. Мои отношения с шоу Сайнфилдом ни в какой другой, как бы, табели о рангах это не считалось бы успехом. Но они прочитали мой сценарий, они похвалили мой сценарий, предложили написать другой сценарий для другого шоу, потому что шоу Санфилд заканчивалось, и они не планировали ничего подобного делать. Ну, я просто отказался от того, чтобы это делать. Потому что уже прошло время, и как бы надо было просто переориентировать народное хозяйство в рамках семьи, все еще нового в Америку. Да, ну так вот, ну об этом, значит. Вот э, Стивен К. Беннон, человек с такого ума, который привлек к нему э, Джо Байдена. И, фу, господи, Джо Байдена, тфу, Дональда Трампа. Он пришел к Дональду Трампу, и он его привел во многом э, к, к тому результату, который э, Дональд Трамп достиг. То есть он очень умно вел его кампанию. И после того, как его оттуда выдавили, и... В общем, насытили всю эту поляну вокруг Трампа разного рода предателями и оппортунистами, Беннон не обиделся, Беннон ушел и сделал свой собственный канал, и в этом канале, который ему недавно, опять же, Фейсбук закрыл пару дней назад, он до последнего момента топил за Трампа. И топил против всех этих предателей, окружил себя такими же умными и э, красноречивыми людьми, делал все это очень изобретательно. И сейчас у него называется Real American News. Э, я периодически его смотрю, черпаю вдохновение, учусь у него, конечно, еще не поздно ни в каком возрасте. Вот это пару слов про Стивена Кейберна. Очень рекомендую. Uh, он как раз выводит на чистую воду вот этих всех наших олигархов, которые занимаются, uh, им даже, понимаете, вот им даже не очень выгодно в Китай переводить, то, что -то они пострадали от перевода uh, производства в Китай. Ну, наши люди пострадали от этого. Но, в принципе, телефоны, если вот, посмотрите ситуацию, например, с Макдональдами, да, и то, что Байден, опять же, Байден, посмотрите. Байден собирается э, узаконить по всей стране 15-долларовую э, минимальную зарплату. Вот пробовали люди подушки, классно. Санфилд потрясающий. смешной был Санфилд. Но, Женя, э, вы знаете, да, я вот откликуюсь, да, Макдональд, я себе сделал меточку Макдональд, про Макдональд, рассказать про минимум вейдж. 115 долларов меньше нельзя платить, по закону будет или не буду. Ладно, сейчас будем про Макдональдс. Что происходит? Макдональдс, да? казалось бы, есть вот такая стратегия. Да? Ты можешь классовую борьбу вести особенно эффективно, когда ты борешься за права, вот один из самых сильных профсоюзов Америки это профсоюз работников сервисов. Их, они никуда не деваются, они должны обслуживать рестораны, они должны обслуживать конвенции, они должны обслуживать казино, они должны обслуживать, я не знаю, кухни, которые готовят еду для самолетов, курорты. В общем, этих людей ты не можешь, эти работы ты не можешь экспортировать э, в Китай. Вроде бы. Как только начались вот эти все дела в Нью-Йорке э, по поводу того, что ты 5 долларов, 6 долларов, 7 долларов, 10 долларов, это мало, не можешь существовать на эти деньги, работая в «Макдональдс» у тебя должна быть возможность работать в Макдональдсе всю свою жизнь, и уйти на пенсию счастливо, и купить дом, и вырастить детей, и выучить детей. Это все тебе должен дать Макдональдс, Работа в Макдональде. Поэтому у тебя зарплата должна быть такая, чтобы ты мог себе все это позволить. Вот с этих позиций был введен этот минимальный заработный, э, минимальная заработная плата. И тут же ответила вот эта вот классовая, очень сознательная силиконовая долина, которая сказала, а не хотите ли зайти к нам вот в эту комнату и посмотреть? Мы вот только что буквально сделали робота, который будет делать все, что делается в Макдональде. И вы его купите, но он будет стоить там миллиард долларов, допустим, этот робот. Но вам никакие те люди, которые будут пить вашу кровь и говорить, у нас есть права, отдайте нам ключи от туалета, а почему у нас вот фартуков недостаточно, а кепочки почему у нас все разного цвета. Они, они, все, они все уйдут. То есть этот, этот реально вот этот принудительный рост зарплаты приводит к тому, что рабочие места уничтожаются в, в условиях капитализма. Но если ты хочешь сказать, что, ребята, вы не только должны им платить эти деньги, вы еще не имеете права их уволить, они должны работать столько, сколько они хотят, когда тогда, когда они хотят, и вы не можете закрыть свой бизнес, это уже получается советская власть. Понимаете, то есть государство де факто, как это было при советской власти, должна людям, заводам этим доплачивать этим э, учреждениям доплачивать, от чего они теряют рентабельность, они становятся подручными э, государства. Вот мы имеем социализм-фашизм очень легко. Вот начинается как э, э, как в стихотворении, старом, переведенным Самуилом Яковлевичем Маршаком, в старом английском стишке «For want of a nail, a shoe was lost», «For want of a shoe, a horse was lost», то бишь, не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала. Лошадь захромала, командир убит, армия разбита, конница бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя. От того, что в кузнице не было правильно. Гвоздя. Старая английская мудрость. Так вот, на этом фоне. Не очень оптимистичном. Мы переходим к эпизоду, который всем известен, наверное. Но я опять же, как и с катком, который закончил Дональд Трамп: за меньшие деньги и быстрее, чем планировалось в Ринг в Сентрал Парке. Я расскажу об эпизоде, который. <свят> ставят вспоминают, когда речь идет о том, как хорошо, что Джо Байден да, э, хорошо для евреев, что Джо Байден пришел во власть, вот этот Трамп, вот этот антисемит и расист э, с э, еврейскими зитьями и, и, <свят> и внуками, э, 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 да, задумайтесь на секундочку, это полезно мне лично точно. Да, вот статья, такая газета есть, шибко либеральная газета, Times of Israel. Times, ну, у нас есть New York Times, вот это Times of Israel. На деньги какого-то хедж-фандера она издается там и так далее, и так далее. Вот в апреле 19 года, в 2 часа ночи, по их времени, ну, я прочитаю заголовок, смешно, что они это отмечают, они напечатали такую статью, называется 5, «Five Jewish Things to Know About Joe Biden», то есть «Пять вещей, которые каждый еврей должен знать о Джо Байдене». И вот эта статья направлена на то, чтобы реабилитировать Джо Байдена, то есть установить его хорошее отношение к государству Израиль. Почему важно для американского президента хорошее отношение к государству Израиль? Потому что Израиль — это союзник Америки, даже если даже если, да, не будем говорить, что если больше там никого нет на Ближнем Востоке, кто мог бы отстаивать интересы э, Соединенных Штатов или хотя бы был близок по собственным интересам к интересам Соединенных Штатов в регионе, никакая ни Греция, ни Кипр, ни Сирия, ни Ливия, ни Марокко, ни Алжир, там просто ну, как бы их не купишь и там не, у них нет того, за что их можно было бы взять в союзники. Знаете, Израиль все-таки обладает сходным юридическим устройством. Парламент там есть, есть сила закона, есть Система налогообложения, функционирующая армия, экономика есть, экономика. Вот это важно. В других странах там практически экономика отсутствует. Есть, как Каддафи сидел в Юрте там у себя посередине, и качал нефть, там природно ископаемые, все это продавалось, и он на эти деньги существовал, а народ пропади пропотом. Тут так они существуют в 90% мира. О чем говорить. Ну, конечно, здесь написано, как его папа католик, научил его любить Израиль. Это вот они вспоминают здесь статье, такая очень ласковая, очень фамильярная статья. Это типа тоста на свадьбе, знаете, вот человек на свадьбе там еврейский, вот он не еврей. Но мы сейчас про него такое расскажем, он окажется лучше, чем еврей. Вот. И, значит, то, что у его папа очень удивлялся, сын Байдена, отец Байдена удивлялся, что вообще кто-то обсуждает, должен ли существовать Израиль. Вот это он это то, что он вспоминает, как они за столом. У него идея, что все собираются за столом. Он до сих пор об этом говорит, что на ужин все собираются вокруг стола. Что, в общем, не является обязательной реальностью сегодня, по сравнению с временами, когда Джо Байден был маленьким мальчиком. И самое, конечно, главное его манса, это то, как он эм, взаимодействовал с Голдой Меир, э, И как он э, все сделал правильно. И вот на этом я хочу остановиться, потому что, потому что все остальное это просто э, бурда и байда. Э, остальное это все. Он, он говорит о том, что я знаю, если бы я, если я когда-нибудь решил отказаться от католицизма, это он говорит евреям, собравшимся его слушать за большие деньги, я знаю, в какую религию я перейду потому что у меня дома очень много осталось ермолок от всяких событий еврейских, на которые меня приглашали. Мне всегда давали ермолочку, ярмолки. И я вот ее приношу домой, у меня очень много ермолок, поэтому я, если меня из католиков попросят, я обязательно перейду в евреи. Ну вот, имейте в виду. Какая перспектива. Да. И, конечно, это знаменитейший эпизод вот с отношениями молодого, молодого Джо Робинета Байдена, младшего, как его полное имя звучит. И в 30 лет ему было, когда в 1972 году, буквально за несколько дней до начала, э, до начала э, в войны, он отправил, в Война судного дня, если быть так по-русски, до конца последовательным, <с> он отправился в свой первый дипломатический сена сенаторский вояж в за границу, за пределы Соединенных Штатов. И у него был визит в Египет, и у него был визит в Израиль. Вот в ходе одного, одного путешествия. И прибыв в Египет, он встретился там, конечно, со всеми, с кем должен был бы встретиться молодой американский сенатор, 30-летний. И они ему все рассказали, они ему рассказали, какие они дружелюбные люди, и как они хорошо живут в мире с соседями. И, конечно, с Израилем есть разногласия, но Израиль такая сильная страна, мы даже в мыслях не можем подумать, что мы когда-либо на нее нападем. Это они ему рассказали. Он после этого отправился в Израиль, конечно, ему был принят Голдемейр, Голдемейр сидела с сигаретой в одной руке, с пачкой карт, э, географических карт в другой руке, и она курила, и разговаривала с ним, и показывала ему, что там происходит, и, и, в общем, спросила, хотел бы он с ней сфотографироваться. Он любит очень рассказывать эту историю. Она он сказала, да, конечно, и они сфотографировались. И она на него глянула в момент съемок, тогда еще не было этих всех нынешних штучек, когда ты можешь сразу видеть фотографию, которую сняли. Там она посмотрела по ходу как бы, фотосессии на него, сказала, что вы такой серьезный озабоченный. Он ну, говорит, ну, мне столько рассказали про Израиль, такая сложная ситуация. Но он, он сказал, не волнуйтесь, у нас есть секретное оружие, как это любит рассказывать Джо Байден. И какое же, он спросил, у вас секретное оружие? Мейер ему сказал, что нам просто больше некуда идти. Мы здесь можем быть только до конца. Вот это наше секретное оружие. До нашего конца. Мы будем отстаивать эту землю. Расшифровывая, да, распространяя И Байден это все пересказывает и пересказывает. И... Бум, перематываем на 10 лет вперед историю. Приезжает Минахем Бегин в Вашингтон для того, чтобы встречаться с комиссией по иностранным делам э, по поводу помощи Израилю. Находящимся. Да, кстати, вот э, он это передал Голдемейер, он передал эту информацию от египтян, и это записано, что он им сказал, что он ей сказал, что в Египте ему сказали, что они даже не думают нападать на Израиль. И как сейчас э, понимают те, кто, то есть это все официально записано там в протоколах, их встреч, но это была преднамеренная дезинформация египтян. То есть такого лоха, как Байден, можно было обвести вокруг пальца. Сейчас тоже его можно это сделать, но просто он просто следит за другим, он следит за собственным интересом. А то, что касается его работы, это ему глубоко плевать. Вот это, может, друг, это мой вывод, и я вижу его на основе. Я к нему пришел на основе наблюдений за этим человеком, и встретимся с такими же, как он, другими людьми, которые вот навивают такой рисунок поведения, психологический узор. Да, и приехал э, Бегин, и Байден стал на него орать и бить кулаком по столу и говорить, что Израиль должен уйти с э, западного берега, и, из, из сектора из Иерусалима, э, должен прекратить строительство там и так далее, и так далее. И на что Байден, э, на, что, на что Бегин ему ответил категорически что этот стол вообще сделал не для того, чтобы по нему стучать кулаком, а для того, чтобы на нем писать, и что он не тот еврей, у которого трясутся поджилки, трясутся колени, он тот еврей, который будет отстаивать Израиль. И ну, есть у меня цитаты, как вы понимаете, они все эти цитаты часто видоизменяются со временем, но хотелось бы быть поближе к тексту. Где он тут у меня? Хм. Где он тут? Вот здесь он у меня где-то. Нет, он даже не здесь, этот точный текст. Сейчас я попробую его вынуть. А, попробую его вынуть. Короче говоря. Сейчас это оказалось непросто. Это оказалось непросто. Ну, в общем, ответ Бегина был достойный. Он сказал, что мы будем бороться за Израиль. Мы, э, не, э, нас никто не защищал, когда нас жили в газовых камерах. Мы, э, нам никто не помогал строить. Мы за все заплатили, когда мы создавали государство Израиль. И, и сейчас мы... Э, у меня 3700 лет за мной стоит еврейская история. И, и мы совершенно не будем с вами разговаривать в таком тоне. Вот. Вот мне уже сейчас перевели, перенесли этот текст. Оля, огромное спасибо. Вот то, что... Это русский перевод. Я его прочту просто потому, чтобы как бы э, ликвидировать вот это впечатление оставшееся то, того, что у меня не было текста под рукой. Он был у меня открыт в и из-за сложного сетапа я это не могу сделать сейчас. «Не угрожайте нам прекращением вашей помощи. Ваши угрозы работать не будут», — сказал Бегин. Я не еврей с дрожащими коленями, я гордый еврей за плечами которого 3700 лет цивилизованной истории. Никто не приходил нам на помощь, когда мы умирали в газовых камерах и печах, никто не приходил нам на помощь, когда мы стремились создать нашу страну, мы заплатили за это, мы боролись за это, мы умирали за это, мы будем придерживаться наших принципов, мы будем защищать их, и при необходимости мы умрем за них снова, с вашей помощью или без нее. Так сказал Минахим Бегин. Uh, Израилю помощь была оказана, но у Байдена, конечно, осадок остался. И как вот эта вот симпатизирующая поганая газета Times of Israel пишет, его подход к Израилю сменился из, из вот такого вот открыто агрессивного, он сменился на passive aggressive, то есть он стал огрызаться. В форме таком, как, например, в форме такой, как, например, Нетаньяху, он заставил ждать там полтора часа, пока он его, к нему выйдет, пригласит его на ужин. То есть он мелкий, э, мелкий, гадкий жулик, вот этот Байден. Жулики и воры, да? Думал ли я, как, что я использую эту фразу когда-либо? Да. И вот эта его история, вот, то есть он он глубоко человек э, оппортунистический. Он не любит, когда ему противоречит. Израильтяне это э, как бы твердый орешек. в человеческом плане не зря не, зря, не зря израильтян называют сабрами. Э, Те, кто родился в Израиле, это плод, как мне рассказывали, кактуса. внутри сладкий, снаружи очень колючий. И такое, конечно, ему не по нраву. Ему, ему нравятся вот варианты с подхалимажем и и хорошим таким четким воровством. Так что, Ольга, огромное спасибо за помощь, да, действительно, вот это я, видите, как я сделал, понадеялся, что я напечатал, но здесь просто были плохие цитаты, знаете, я сделал это все, но я уже слишком поздно увидел, что цитаты э, здесь урезаны. Так что вот Байден такую сделал, подложил э, такую свинью, можно сказать, Израилю в свое время, и... Э, даже вот эта газета подхалимская не смогла и зачеркнуть и подсластить пилюлю, подсластить пилюлю в отношении, эм, Байдена, отношении Байдена к Израилю. А сейчас он просто окружен антисемитами. Это не зависит от того, э, муж ли еврею Камелы Харрис или сколько там евреев э, в э, в его администрации, как это было в администрации Обамы, например, очень много было лиц еврейской национальности, так сказать, называлось это с советской власти, совершенно не мешало им вести агрессивную проиранскую политику, про-мусульманскую политику, про, фунд -про фундаменталистскую мусульманскую политику, потому что, я вам открою секрет, я не против того, чтобы дружить в странах, которые исповедуют ислам. Если они хотят это делать, пускай они это делают, пускай они занимаются собой, пускай они устраивают у себя, как они хотят, мы будем дружить, мы будем кушать то, что они нам предложат, они будут кушать то, что мы им предложим, но мы не будем с ними как бы менять свою жизнь в соответствии с их принципами и надеемся, что они свою жизнь тоже оставят так, как она им нравится. Если они захотят когда-нибудь эмигрировать в Соединенные Штаты, они должны будут доказать, что их здесь как бы ждут, если так стоит вопрос. По идее, эмигрировать, если дела в мире идут очень хорошо, то в Америку приезжать, в общем, никому не нужно, потому что в своих странах у всех все в порядке. Да. И здесь я хочу под занавес просто сегодняшней передачи сделать одну такую вещь, которую я хотел сделать, прослушав вчера очень мной уважаемого Михаила Васильевича Веллера. Михайлович оказал такую честь, он, конечно, очень слушаемый человек, и он сослался на мой рассказ о том, что происходило 6 января в Вашингтоне, что, в общем, сильно подняло меня в глазах друзей, которые меня бесконечно уважали до этого, но после этого, конечно, все стало уже зашкаливать, и все эти самые счетчики стали крутиться с дикой скоростью. Так что я вам еще благодарен за это и я восхищаюсь его четкостью его концентрированностью его стабильностью с тем как он всегда может предложить хорошую точку зрения интересную точку зрения и очень эмоциональную точку зрения что в об... и, и он кстати говоря из всех заграничных комментаторов наверное самый точный в отношении понимания как я это понимаю в деталях Американской политики, американского образа жизни. То есть он с точки здравого смысла излагает абсолютно результат такой. То есть его, его интересно слушать и человеку, который живет здесь, который не будет говорить: А, мы знаем, он никогда здесь не был, он ничего про это не знает, все он знает, он не понимает, и так далее. И так далее. Но он, к сожалению, вчера сел на вот эту вот лошадку, которая весьма уже задрипанная лошадка. Это по поводу того что такое евреи в современном мире. И как роль евреев э, очень часто бывает негативной в современном мире. И как, э, в общем, что-то надо с этим всем делать, потому что евреи вам работали в ЧК, евреи вам занимаются подрывом Америки, и евреи то, и евреи это. Я считаю, не только из-за того, что это нарушает э, так называемую 11, 11 заповедь президента Рейгана, как он это излагал, он говорил, что никогда не надо э, э, ругать республиканцев республиканцу. То есть я считаю, что евреев против евреев не э, практично выступать. Ты можешь рассказать об отдельных случаях. Но обобщать это все я думаю, не стоит. Я не берусь. Это как бы не то. Не потому, что мне это неловко слушать, не потому, что у меня есть масса аргументов в том плане, что ставить свою жизнь, если ты, допустим, не еврей, и ты считаешь, что евреи контролируют твою жизнь, то каков уровень твоего собственного самомнения? А если ты еврей, что ты думаешь, о себе? самоуважение? Почему это должно влиять на твою жизнь? Ты можешь всегда жить там, где евреях вообще никто понятия не имеет. Или, в общем, э, иметь как-то минимально этот фактор в своей жизни без того, чтобы э, по сути давать оружие тем, когда Беллер слушает же массу людей, которые с ним э, э, не во всем согласны, мягко говоря. И любого из нас слушают люди, которые, естественно, никто не думает, что нас сами соглашаются на 100%. Естественно, человек выносит из этого то, что влазит ему в уши. Если у него уши квадратные, значит, он выносит квадратные вещи. Если они круглые, значит, выносит круглые вещи. И, и э, это прозвучало для меня, как бы я это много раз слышал, как раз знакомый один мне тоже об этом говорил, почему так много евреев работало в ЧК, почему, почему вот, э, как бы вот роль социальных евреев такая м, большая. И это с этим многие согласятся, э, в принципе. Но я хочу сказать вот такое наблюдение, что я и ему сказал тоже. Вот сейчас очень много люди, людей э, проводят ДНК-тесты. И они хотят определить, вот насколько в них святости много, там, кто у них был какой-нибудь раввин там, и или святой, или мула там в, в, в роду. И насколько они стопроцентно евреи, армяне, грузины и так далее. Русские, американцы, там, ирландцы, итальянцы. И они проводят эти тесты. И большое-большое количество этих тестов приходит неудовлетворительными. То есть человека всю жизнь считали евреем. Он занимается еврейским делом. Он ходит в синагогу. И у него меньше 40%. Я целый ряд историй слышал, что вы еврей, но где-то 40% у вас еврейство. Понимаете, в какую часть этот человек играет в, в всемирном еврейском заговоре? Если говорить о том, что евреи виноваты? Это очень непростой вопрос, если подходить к этому с точки зрения каких-то метрических э, замеров. И. Э, Конечно, роль евреев гигантская в, с точки зрения эм, документализации их существования, нашего существования. То есть еврейская история записана, э, она философизирована, она обдумана, из нее выросло очень много того, что, э, сегодня, чем мы сегодня пользуемся с огромным удовольствием, то, что составляет основу нашего мирного э, образа жизни. И... Э, я лично отношусь к тому, с одной стороны, конечно, еврейская эм, народность, еврейская религия, иудейская религия, иудаизм, они дали вот эти все гигантские достижения в плане законов, и законов, и нравственные, и идеохристианской цивилизации, в которой мы живем. Но, в принципе, никто не останавливал, скажем, людей, живущих на дальнем севере или на еще более дальнем юге, от того, чтобы они также документировали свои э, достижения, свои поиски, свои ошибки. Сколько ошибок евреев документировано в, в, в Торе и в Талмуде? и в многих других документах, в том числе в произведениях писателей в еврейской истории, писавших любой, любого расповедания. Это очень интересный путь народа, который... Почему как бы он стал частью понятия иудео-христианской цивилизации, потому что это тот путь, который можно анализировать, и который, если вы его анализируете, если есть правильный инструментарий, то вы придете к тем выводам, которые вам помогут в жизни. Вот я с этой точки зрения на это смотрю. Не будьте такими, как Яков Блюмкин, или, или э, Яшка Серебрянский, там, или еще там, Роза Землячка или Каганович, там, и, и, и всякие такие, там, и у нас есть тоже свои американские деятели, ну, не хочу их называть уже, никто их из нас сейчас не вспомнит, там, типа Фридмана, там, в «Нью-Йорк Таймс», или Райша, или э, этих вот в администрации Обамы. Опять его они сейчас, кстати, хотят позвать. Нет, CNN хочет его брата позвать, от обамовского этого, который плакал, когда Хиллари проиграл. Ну, неважно. В общем, ребята, э, евреев, не, не скидывайте со счетов истории, что бы вам ни сказал, э, что бы вам не сказал э, э, Велер Михаил Иосифович. Э, с большим приветом ему и с большим уважением к вам. Я просто подумал, что я это добавлю. Конечно, получилось немножко, э, может, это сделать все более отточенно и сконцентрированно. Наверное, мы это когда-нибудь сделаем, когда тема снова возникнет. Но на сегодняшний день э, заповедь... Э, Такова, что надо смотреть по сторонам и брать лучше и смотреть, инвентаризировать то, что у вас есть, и прикладывать это к тому, что будет. Никто ничего не знает. Еще четыре дня ожидания. На этом спокойной ночи. Надеюсь, было любопытно. Будьте здоровы.